Играю ответную партию с иранским гроссмейстером. Дебют рейтинг на доске. Скорее всего, будет d3. Ну и пытаюсь выставиться в стиле лондонской системы, только за черный цвет. Бью ED теперь. Слон e7. Побыстрее рокировать короля, потому что при случае там белые могут сыграть e4. Так и происходит. И, наверное, будет потом угроза еще и f4. Пытаться отловить моего слона соперник хочет. Так, слон c5, ферзь b6. Куда тут лучше его деть? Не пойму, честно говоря, как играть. e5 грозит. Такой тычок. Ну ладно, слон цепи. Пробую здесь какие-то проблемы ему организовать. То есть взял пока. Ферзь b6. Наверное, на коне a4 просто нарываюсь. Ошибка, естественно. Да, на высоком уровне это просто называется зевок. Потому что такой слон c5 мог очень сильно мне помочь. Теперь без него будет тяжело атаковать неприятельские фигуры. Просто сейчас пойдет давление по центру и на моего короля. Есть вроде пока ход конь e6. Попробую здесь держаться. Если побьет, это, конечно, будет радость для меня. Тогда вообще, я думаю, проблем уже особых не будет. Но он побил, удивительно. Наверное, что-то я тут не вижу. Ладья f5, ферзь f7, потом можно встать. Мне кажется, по белым полям я тут имею шанс неплохо расставиться. h5 теперь. Попробовать забанить все движения на королевском фланге. Перевести ферзя вот сюда, вот поближе. И может быть перестановка ферзь g6, ладья f7, ферзь f5. Другим концом в атаку расставиться. Вроде жертв тут никаких тоже тактик нету. Ладья f7 и планирую, конечно, ферзь f5. Так, здесь ферзь f5, будет ферзь f5. Может быть, сразу убить и попробовать перетащить короля поближе. Наверное, уже будет ход g4. Снова, как и в прошлой партии, отстаю по времени серьезно. Так, не играет все-таки g4. Ну, значит, короля уже подключаю к игре. И теперь можно уже, наверное, переключаться на ферзевый фланг, где-то и там захватывать инициативу. И, по-моему, конь e3 зевает или нет соперник, не пойму. Или так и было задумано. Забрал. Ладья d7. И, наверное, хочу просто отжертвовать и играть ладейник с лишней пешкой. Не дает мне отжертвовать. Так, g6 пока играть не буду, потому что там король может какие-то матовые сети попасть. Сыграю c5. Теперь b5. Ладья c8. На слон c5 полезу ладьей к нему в гости. Так, он закрывает позицию уже сам. Ну, наверное, есть смысл сыграть здесь а6. Пока вот таким образом. И ладью переключить на а7. Почему этой ладьей? Чтобы на c8 моя ладья подпирала пешку c при случае. Это поможет в какой-то момент удачно ее толкнуть. Думаю, что моя позиция здесь уже все лучше и лучше становится. Но реализовать непросто. Тем более, когда дефицит времени. Забрал здесь. Так, и теперь какой ладьей лучше переключиться? Попробую пока этой. Ладья А6. И хочу побить все-таки. Теперь уже соперник вряд ли помешает мне это сделать, но стоит ли? Ладно, убиваю.
А4, естественно. И переключаюсь. То есть здесь в чем мой перевес? То, что ладья будет пассивной у белых. Она будет стоять перед пешкой. Я смогу уже, наверное, на королевском фланге просто приступить к реализации этого ладейника. Думаю, что здесь позиция техническая. Могу еще королем в эту сторону идти, в принципе. Выжидательные ходы тоже имеются. Так, ну теперь я могу, наверное, смело идти на этот фланг. Просто сжирать все, что движется. Так, ладно, забрал. Я думаю, так тоже будет достаточно для победы. Это может быть не самая точная техника. Так, ну здесь главное пат не поставить. И мостиком перекрываемся. Ну да, и соперник все-таки сдался. Удалось взять реванш.